Школа популярности открыла свои двери в апреле 2012 года. Сегодня нас более 3000 человек. И это ученицы не только из России, но и Украины, Латвии, Казахстана и других стран. Друзья, на протяжении 8 месяцев... Спасибо большое. На страницах журнала «Упс» и в группе «Неве Angel Star» наши студентки получали новые знания о визаже, моды, фотографии. Помогали им в этом наши звездные эксперты и, конечно, преподаватели школы популярности. Встречайте их, друзья! Вот те люди, которые помогали вам становиться лучше, лучше и лучше. Он отвечал головой и знаниями за кафедру «Суперстар». Дима Бигбаев собственной персоной. Певец, актер, фронтмен группы «Форпост». Да, это я. Друзья, я как эксперт школы популярности хочу отметить, что девчонки прослушали курс, большой курс по необходимым предметам. Они имели возможность узнать все по поводу фотографии, по поводу того, как им нужно выглядеть. Прекрасно! Спасибо вам большое. Да, еще раз. Спасибо вам. А теперь подарки от Невея. Так, подарочки от Невея нашим замечательным педагогам. Эти девушки трудились над тем, чтобы каждая желающая могла стать лучшей в мире красоты. За что им огромное спасибо. О, и мне спасибо. Друзья, спасибо вам огромное. Спасибо, что принимали участие в нашем проекте. Но наша вечеринка только начинается. И пришло время сказать о самом главном, мне кажется. Конечно. Давай. Итак, на эту сцену теперь выйдут наши финалистки. Угу. Встречайте, Маша Кобелева. Да, друзья. Кобелева, 16 Мария Кобелева, смотрим все про эту девушку. Так, Машенька, ну что, ты вошла в число лучших учениц. Как тебе удалось это сделать и что для тебя вообще участие в нашем проекте? Участие в проекте для меня очень важно, потому что я еще раз поняла, как важно ухаживать за собой для девушки. То есть это влияет и на ее будущее настоящее. Я участвовала во многих конкурсах, в конкурсе фотографии и писала летний рассказ в группу. Ну, что принесло тебе, собственно, участие? Я, во-первых, я посетила Москву в первый раз. Она очень потрясла меня, восхитительный город. Видите, тут много москвичей. Девушка в первый раз приехала к нам в гости. Маша, вот отдельные аплодисменты от нас, от москвичей тебе. Эй! Затем я познакомилась с редакцией. Люди очень интересные и творческие. Я увидела работу редакции изнутри, и это мне было очень интересно. Ну что ж, Машенька, спасибо тебе огромное, огромной тебе удачи. Ну, провожаем Машу. Маша — это наша первая участница. Со всей страны приехали к нам. И для того, чтобы выбрать лучшую из лучших, мы приглашаем на сцену главного редактора журнала «Упс». Давай. Женю Ведерникову. Женю Ведерникову, друзья, на сцене. Девушки, вы все победили, вы все молодцы, вы все финалистки, но я сегодня так не скажу. Каждая из вас и каждая из вас в зале должна хотя бы раз в жизни обязательно стать лучшей. И это очень важно, и я уверена, что каждая из вас этого добьется, и каждая из вас тоже. И чье бы имя я сейчас не вытащила из того конверта, который я выберу, это совершенно не важно, потому что вы уже здесь. И у каждой из вас есть шанс. Дима тасует конверты. Вот. Я вообще не смотрю. Так, Дима, теперь держи микрофон. Друзья, вот он самый главный момент истины. Кто же станет лучшей выпускницей школы популярности? Я уже все знаю. Дима тоже все знает. Девушки еще ничего не знают. Обычно в такие моменты держится 10-секундная пауза. Но я ее уже продержала на самом деле. И нашим победителем становится Мария Кобелева! Друзья, ну и, конечно, подарки от Невея всем участницам!
мы, конечно, наши замечательные победительницы, которая украсит своим лицом обложку журнала. Спасибо за ваши теплые аплодисменты. Это так сложно радоваться чужой победе, но здесь это возможно. Самые лучшие зрители на свете – это вы. Несмотря на все технические неполадки, мы радуемся за Марию Кобелеву. Да, школа популярности – это был такой большой интересный проект, когда каждая читательница могла получить мастер-классы от большого количества подлинных профессионалов. Собственно говоря, здесь мы, я тоже преподавал, можно так сказать, и мастер-классы от меня они тоже получали. И вот сегодня чествуем 5 победительниц, выбираем одну единственную, которая станет лицом журнала «Упс», попадет на обложку. А это, знаете ли, такой большой-большой подарок. А чем ты лично, вот, чему ты учил, девчонок? У меня была самая главная задача – сделать так, чтобы девушки ценили не только вот те, которые читают, а которые вот вообще в принципе, да, культ такой недоступной, интересной, ни в коем случае не вульгарной девушки. Я старался это преподнести так очень, скажем так, доверительно и обоснованно. Самое главное, чтобы девушки были скромными, умными, какие-то такие ценности. Пусть кто-то скажет, что они несовременные, но я считаю, что вот такие несовременные девушки на самом деле сейчас в тренде. И спасибо журналу за то, что он, не зацикливаясь только на своей аудитории, постоянно привлекает новую путем общения в соцсетях, это дорогого стоит, это большой труд.